АТВ-Ихсан представляет. Секреты принятых молитв. Как просить Всевышнего, чтобы мольба была принята? Мы часто слышим слово «дуа» – «мольба». Особенно во время собраний мусульман, коллективных обрядов, пятничной молитвы, зикра, мавлида, на тазияте, при соболезновании. Когда просят престарелого или благочестивого человека сделать дуа. Однако не каждый знает значение и суть дуа, когда его желательно делать, а также как его следует делать, чтобы Всевышний внял ему и ответил на него. Порой бывает и так, что после неоднократной мольбы мы, не получив ответа, опускаем руки и теряем надежду. Мы ни в коем случае не должны забывать, что Всевышний – наш Создатель, что Ему известно все, что было, есть и будет. Возможно, что Всевышний не отвечает на нашу мольбу потому, что это может навредить нам, нашей мирской или загробной жизни. В любом случае, наша дуа не проходит незамеченным напрасно. Если мы так и не получим ответа на наши дуа, то Всевышний вознаградит нас за то, что мы просили в этом мире и не получили этого на том свете, поскольку дуа тоже является ибадатом, поклонением Всевышнему. Сущностью же дуа является выявление нужды ко Всевышнему, очищение себя от силы и мощи, то есть признание в том, что бессилен совершить что-либо благое или оставить что-либо дурное. Всевышний говорит: «Так поминайте же меня, совершая молитвы, делая дуа, и я буду помнить о вас». Сура Аль-Бакара, аят 152. В другом аяте Всевышний говорит: «Воистину для мусульман и мусульманок, часто поминающих Аллаха, приготовил Аллах прощение и награду». Сура Аль-Асхаб, аят 35. Еще в одном аяте Аллах говорит: «И поминай Господа своего про себя, смиренно и со страхом, и не громко по утрам и вечерам, и не забывай поминать Аллаха». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Дуа – это оружие верующего, опора религии и свет небес и земли». Адабы – желательные действия и причины, способствующие принятию дуа. Первое – проявление искренности по отношению к Аллаху. Второе – решительность в мольбе и твердая убежденность в ее принятии. Третье – настойчивость в мольбе и нежелательность торопить события. Четвертое – смиренность во время совершения дуа. Пятое – мольба ко Всевышнему и в радости, и в горе. Шестое – произношение мольбы вслух, но не громко. Седьмое – отсутствие просьбы о вреде кому-нибудь или чему-нибудь. Восьмое – признание в своих грехах и просьба об их прощении. Девятое – признание благ, которыми Аллах наделил нас, и воздание за них Ему хвалы и благодарности. Десятое – возвращение всех долгов и совершение за них покаяния. Одиннадцатое – просить у Всевышнего по три раза. 12. Направиться в сторону Каабы. 13. Воздевание рук. 14. Начинать просить сначала для себя и только потом за других. 15. Просить Всевышнего посредством его прекраснейших имен, эпитетов, либо посредством доброго дела. 16. Чтобы одежда, еда и питье просящего были добыты дозволенным путем. 17. Не просить о греховном или о разрывании родственных уз. 18. Не переходить границы дозволенного в мольбе. 19. Совершать благое и остерегать других от дурного и запретного. 20. Отстранение от всего запретного. Времена, ситуации и места, в которых Всевышний принимает дуа. 1. Дуа, совершаемая в ночь Лайлятуль Кадр. Ночь предопределения. 2. Последняя треть ночи. 3. Сразу же после совершения обязательных повседневных 5 молитв. 4. Между азаном и икаматом. 5. Во время дождя. 6. Во время столкновения рядов в битве мусульман и немусульман. 7. Во время питья воды замзам при наличии искреннего и чистого намерения. 8. Во время совершения суджа, земного поклона.
9. Посреди ночи просыпаешься и делаешь дуа. 10. Когда ложишься ночью в омовении, а затем специально встаешь и просишь Всевышнего. 11. Произносить во время дуа следующую молитву. «Ля илляха илля анта субханаки инна кунту миназалямин». «Нет божества достойного поклонения, кроме тебя, чистый от всего недостойного. Воистину, я сам притесняю себя, совершая грехи». 12. Дуа людей после того, как умрет верующий. 13. Дуа после чтения салавата на пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, в последнем ташахуде, ат-тахият. 14. Дуа одного мусульманина другому в его отсутствии. 15. На горе Арафа. 16. Дуа в месяце Рамазан. 17. Во время собрания мусульман для коллективного поминания Всевышнего. 18. Чтение этой молитвы, когда настигает какое-нибудь несчастье. Воистину, мы все принадлежим Аллаху и к Нему будем возвращены. О Аллах, даруй мне воздаяние за горе, настигнувшее меня, и замени мне мою утрату тем, что лучше нее. 19. Дуа притесненного по отношению к притеснителю. 20. Дуа родителей своим детям, будь то хорошее или плохое. 21. Дуа путника. 22. Дуа постящегося до тех пор, пока он не разговеется. 23. Дуа постящегося во время разговения. 24. Дуа крайне нуждающегося того, кто находится в очень трудной ситуации. 25. Дуа справедливого правителя. 26. Дуа хорошего ребенка своим родителям. 27. Дуа после омовения. 28. Дуа после бросания камушек. Дуа внутри Каабы. 30. Дуа на холме Сафа. Пусть Всевышний примет дуа каждого из нас, вознаградит нас за это и вселит в сердце именно те слова, которые Он желает от нас услышать. Так давайте же возьмем дуа на вооружение и защитим нас и нашу религию от недругов ислама и их покровителя Иблиса. Когда в душе твоей тоска, не в силах ты ее унять, ты взор к Аллаху обрати, и сможешь ты ее изгнать. Когда в душе твоей восторг, не можешь ты его объять, дуа к Аллаху вознеси, и сможешь ты его принять. Когда супротив стал весь мир, вокруг тебя одни враги, к его защите прибеги, и против них ты не один. Когда с друзьями ты един, готовых рядом встать всегда, в молитвах вновь его проси, ты дружбу эту укрепить. Когда беда приходит в дом, не знаешь, как ты поступить, пред ним ты голову склони, начни о милости просить. Когда ворвется радость в дом, что благо в жизнь твою несет, добра его не забывай, лишь от него она идет. Когда нужда берет за горло, не знаешь, чем детей кормить, лишь у него моли ты благо, не стоит у людей просить. Когда достатком дом забит, не знаешь, что еще купить, ты взор на бедных обрати, и он тебя вознаградит. Когда здоровьем полон ты, не знаешь сил, куда девать, дуа смиренно вознеси, его ты должен восхвалять. Покуда дышишь в мире этом, всегда Аллаха восхваляй. Пока живешь ты в мире этом, пусть слышит он. Хвала тебе! Творец, душа моя грешна, и в этом лишь моя вина. Вся жизнь соблазнами полна, а воля против них слаба. Творец, душа моя грешна, и участь мне своя страшна. Ведь доля грешника ясна, в аду не хочет быть душа. Творец, душа моя грешна, и милость ей твоя нужна. Моя любовь к тебе сильна, ждет милосердие душа. Творец, душа моя грешна, но ты готов прощать всегда, доколе видишь ты раба, что милость ищет у тебя. Не забудьте подписаться на канал.
А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик –